нужно спешить! Когда успела? Да просто ночью чего-то захотелось попечь. Интересная у них форма. Словно буквы из какого-то алфавита. Варя? Варя! Ты с ума сошла? Что ты делаешь? Витя, я тебя прошу, не мешай. Мне нужно закончить. Я требую объяснений. Меня твоя ночная жизнь пугает до чертиков. Да, это все странно. Что такого? Я просто испытываю потребность в самовыражении. И выражаю свои чувства в орнаменте. Что это вообще может быть? Лунатизм? Не знаю. Но орнамент мне кажется знакомым. О, мне такие каракули уже 2 дня снятся. В городе участились случаи нелегальных граффити. Городские власти предупреждают, что улицы являются городским имуществом, и рисовать на них без разрешения незаконно. Рисует? Рисует. И почему это все началось? В этом нет ничего противоестественного. Мне тоже иногда хочется все бросить и начать клеить домики из спичек. А это еще кто такие? Сударыня, что вам еще снится, кроме этих узоров? Что? А почему вы спрашиваете? Что? Это вы. Это из-за вас. Спать. Спать. Она уже в его власти. Кто такой? Вот только попробуй. Мы встретились с ним, когда были на севере в экспедиции. Все начиналось с узоров, которые стала рисовать команда. Кто это? Я раньше с ним не встречался. Мы зовем его Ктулху. Это очень древнее существо, которое спало 1000 лет. А недавно почему-то решило проснуться. А что ему нужно в нашем городе? Мы не знаем. Тогда мы выжили только потому, что у нас было это. Радиоволны этого маяка гасили волны Ктулху, которыми он воздействовал на сознание команды. По подобию этого маяка, мы сделали 1000 других устройств, чтобы защитить город, если вдруг Ктулху решит объявиться здесь. Как видно, мы боялись не зря. Недавно мы поставили очень мощный охранный маяк, и начались ваши рисунки.
Ктулху торопится. Почему? Он чувствует, что когда мы включим это, ему сюда не пробраться. Вы почему не включаете? Его излучению нужна высота. Мы только недавно нашли того, кто поможет установить маяк на телебашню. Нет, нет, спать, спать. Что это было? Такое ощущение, что я на секунду отключилась. Он совсем близко и слушает нас. Нужно торопиться. Кажется, началось. Мы должны успеть! Почему ваши маяки не действуют? Ктулху заставляют их ломать. Он слишком силен. Мариванна? Спать! Мариванна! Витя, ты неправильно разрушаешь маяки. Нужно так. Я работал в научном институте. Я знаю, как разрушать маяки. Спать. 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 Кладите маяк сюда. Мы с такой бандурой никуда не поместимся. А где мама? Витя, очнись! Папа! Спать! Спать! Быстрее! Быстрее! Смотрите! Это он! Где питание? Стойте! Не надо включать! Пожалуйста! Мне нужно спать! Включай! Подождите! Они разбудили меня своим жж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 
иероглифы. Там же все понятно. Они все равно будут меня своим жжжж. А этот большой жжж меня вообще с ума сведет. Пожалуйста, не надо. Получается, что это вы его и разбудили? И опять заснуть не даете своими маяками. Мы находились под воздействием Ктулху и разбивали маяки, которые ему мешали спать. Маяки находились в вывеске магазина. Какие претензии к нам? Разберемся, граждане, разберемся. Спасибо, Петя. Прощай. Мама! Что ты говоришь? Говорю, хорошо, что все закончилось. Что? Постой! Пусть Ктулху будет спать, но когда-нибудь он может проснуться. В наш город он без приглашения не заявится.